В доступе отказано. В доступе отказано. Эйли, вытаскивайте нас отсюда. Пытаюсь. Реакции нет. Видимо, тревога активировала электромагнитное поле. Не двигаться. Вы на мушке. Они нас взяли. Итак, учения закончены, перезарядите систему. Сканеры сетчатки, да? Что-то в этом роде. Лина убеждена, что последние достижения в органических системах решат проблему охраны. Ну, будем надеяться. Но я не уверен, что эти люди подходят для проверки. Вы намечали кого-то другого? Да. Я... С учетом наших предложений, граф Аэроспейс можно считать на 98% неприступным. Оставшиеся 2%? 100% систем не бывает. Противоспутниковая система «Ореол-1» — наш самый большой оборонный контракт, и ваши 2% оставляют нас уязвимыми для взлома и кражи. Только теоретически. Теория — это замечательно, пока не становится реальностью. Боуман, когда? Нет, Колин, ваша система уже взломана. Я в граф Аэроспейс. Приезжайте сюда. Что случилось? Взлом на Simarium Technologies. Колин Бракстон, их руководитель, едет сейчас сюда. Похищен прототип двигательной системы «Ореола-1» и вся программная документация. В Симариуме такая же система безопасности, как у нас, и они ее прошли? Не будем паниковать. Или поговори со здешним начальником охраны, пусть немедленно проведут предложенные нами изменения. Фрэнки, помоги ей в этом вопросе. Подозреваемые есть? В городе видели Алекса Рейберна. Рейберна сбытчика? Да. Он продавец краденого высокоточного оборудования. Надо искать Рейберна. Мистер Бракстон, подумайте, кто мог проникнуть в Simarium Technologies? Странные звонки посетителей за последние недели. Не было ничего необычного? Ничего. Поэтому я считаю, что работал кто-то свой. Почему? У нас современная система безопасности. Устройство сканирования сетчатки, отпечатков пальцев, голосовые осцилляторы. Нам всем хорошо знакомы такие системы охраны. Коул и его группа пытались нейтрализовать такую систему здесь, но им это не удалось, как видно. Это как раз доказывает, что работал свой. Мистер Бракстон, кто еще, кроме вас, имеет доступ в хранилище? Два моих вице-президента, Винс Круз и Брэд Ротштейн. Вот их досье. И вы думаете... Я этого не делал. Послушайте, кто-то спокойно вошел и вышел, забрав самую секретную вещь моего отдела. Что тут думать? Если мы лишимся системы двигателей, весь спутник будет бесполезен. А граф Аэроспейс и Simarium Technologies лягут на дно. Да. Не говоря о том, что у кого-то половина единственного в мире спутника, способного своей электроникой подавить любой спутник. И они не остановятся, пока не получат вторую половину. Прежде всего, нам нужно поставить сеть на Рейберна. Возможно, он уже сейчас пытается вывести товар из страны. Система охраны Симариума не менее современна, чем у граф. Значит, тот, кто проник в Симариум, без проблем возьмет и граф. Элли, открой файл от Бракстона. Итак, Брэд Ротштейн и Винсент Круз — единственные люди, кроме Бракстона, которые могли войти в хранилище. Но у них лишь половина того, что им нужно. Вторая половина — в граф Аэроспейс. Именно. А если Стивенсон или Лина заключили сделку с одним из них? Они ограбили собственное хранилище и передали весь проект в граф. Саботаж? Это стоит проверить. А если связи между ними нет? Тогда все начнем сначала. Начало меня беспокоит. Если работали не свои, значит, кто-то нашел способ обойти эту систему безопасности. Но до сих пор это было невозможно. Большинство фирм высоких технологий используют такие органические системы. Теперь они все уязвимы. Делаем ставки и смотрим. Десятка. Посмотрим, кому нужна твердая десятка. Прошу жетоны. Делаем ставки. Возьмите. Семь вышло. Ставим 10 и начинаем. Удачи вам, сэр. Нам нужна восьмерка. Делайте ставки. Помните восьмерку. Достаточно. Прошу. Семь. Выпала семерка. Прошу получить выигрыш. Выиграла семерка.
Стивенсон идет к автоматам. Я готов. Я знал, что вас нужно познакомить. Рано радоваться, Рейберн. У нас только половина спутника. Немного терпения, и мы получим ключ от второй половины, как только Стивенсон сделает ставку. Как ты добился, чтобы они пришли в казино? Послал им жетоны на 3000 долларов. Кто бы отказался? Конечно, жетон был только приманкой. Богачей ничто так не привлекает, как бесплатное удовольствие. Ну? Сейчас зафиксирую. Есть. Они... Не прошли систему внешней охраны. Они в компьютерном зале. Как они могут так быстро? Не понимаю. Они вышли в лабораторию. Ни тревоги, ни сопротивления? Ничего, абсолютный ноль. Как это возможно? Что показывает система безопасности? Нарушение не зафиксировано. Это человек, чья сетчатка и отпечатки пальцев отскакивают. Коридор 7. Есть коридор 7. Элли, они ушли. Проведи тепловое сканирование вентиляционной системы коридора 7. Ничего нет. Они ушли. %98. Некоторые вы только что совершили. Теоретически. Он серьезно обвинял нас в ограблении? Он проверяет. Боумен из ЦРУ. А они никому не доверяют. Возможно, у него такое хобби. Кстати, о чужих делах. Я провела полную проверку финансовых отчетов Лины Граф за последние 5 лет, и оказалось, что она чиста. А Стивенсон? Стивенсон оказался чистым, пока я никак не помочь. Это заем, который он вернет, я уверена. Он израсходовал очень много денег, Лина. Через 5 лет после создания компании Артур проиграл свою долю в покер. Отцу пришлось ее выкупить. В покер? Артур игрок. Теперь стал, то Артур имеет отношение к этим кражам. Лина, если он должен кому-то крупную сумму, он мог инсценировать взлом. Я на секунду, дорогая. Я не могу с ней связаться. Как это не можете? Он не отвечает, сэр. Хорошо, спасибо. Похоже, нам придется самим искать Боумана. Он лег на дно. Я уверен, что не глубоко. Давай возвращать зонт. Все в порядке? Дается от покупателей отбоя не будет. Что так долго? Я не ковбой, Коул. Нужно было получить ордер. Есть и хорошая новость. Этой ночью мы взяли Алекса Рейберна по давнему обвинению. Да. Здесь чисто. Чисто. Его зовут Нагиса Атамо, бывший оперативный агент Токусо. Токусо — это вроде японского ЦРУ? Да, в Корее. Он занимался там разработкой процесса голографического клонирования для копирования сетчатки. Они крадут промышленные тайны у японцев. Когда корейцев взяли, мы думали, что новые технологии уничтожены. Атамо ушел в подполье. Будет неловко, если станет известно об аресте такого влиятельного бизнесмена, как я. Мы все хотим избежать неприятностей.
Кстати, вы можете объяснить, откуда у вас секретные документы? Их подложили? Мне жаль тратить на него время. Мне не нравится ваш тон, мисс. Пусть она ведет себя полегче. Конечно. Какие дела у тебя с Адама? Я не знаю никакого Адама. Речь идет о нарушении государственной безопасности, и вас ждет 20 лет строгого режима. Советую не нести чушь и серьезно обдумать наше предложение. Потому что мы ждем еще 5 минут. Может, Рейберн и обычный предатель, но в делах он точен до мелочей. Все операции он проводит по общей линии интернета. Адрес есть? Да. sumo.19alpha3.com. Имейл? Это низко и подло, тебе не кажется? Поэтому они преступники. Договорись с Атамо о встрече. Я подготовлю свое снаряжение. Стой! Это плохая идея. Почему? Кто из вас может сойти за знатока компьютеров? На этом языке говорю только я. Ты хочешь пойти на это? Да, почему нет? И он приплет вас к стене. Но разрешите мне провести операцию. Я хочу это сделать, я справлюсь. Не поцарапайте. Продавать картины, не отмывать деньги. Когда встреча? Через час в парке Хилдейл. Отправим в ЦРУ имейл. Помехи? Я не могу восстановить связь. Его диск мог создать помехи в устройстве. Думаю, он что-то почувствовал. Я знаю только, что нам всем до него далеко, включая Элли. Орел-1? Насколько я знала, эта технология еще только разрабатывается. Значит, вас это интересует? Конечно. Мне нужен выход со мной. Отпустите ее. Я хочу заключить сделку. Сначала отпустите ее. Вы неправильно меня поняли. Я контролирую ситуацию. Или я оставляю ее в живых, или ее смерть будет на вашей совести. Ладно, офицеры, положите оружие. Поэтому ваша страна никогда не победит в войне против терроризма. У вас не хватит духу стрелять через заложников. Тут нужен не дух, а меткость. Вы перешли границу. Что там случилось? Понятия не имею. Я не хочу вас слушать. Я доверял всем вам, а вы предали мое доверие. Что делают такие, как вы, когда им нечего продавать? Не хочу слушать. Можете спросить соседей по камере. Святилище. Именно там будете гнить вы, Коул и вся ваша команда, когда я с ними покончу. Пошли. Святилище? Так вы расплачивались с Атамо за украденные части спутника? Послушайте, в сотый раз повторяю, это была приманка. Даже 70 миллионов долларов — это ничего не стоящие биты в компьютере. Мисс Фарроу, если вы не хотите провести остаток жизни в камере 8 на 8, я бы начал говорить. Я рассказала все, что знаю. Почему вы не считаете данные с компьютера Атамо? Может, они вам что-то скажут? Арестовали мисс Фарроу? Да. Мне очень трудно в это поверить. Мы задержали ее при ведении переговоров по прототипу Ореол-1. И что вы будете делать? Я запросил у полиции данные на Коула и его группу. Местонахождение базы засекречено даже для полиции. Я знаю одно. Когда мы найдем их, мы найдем Ореол-1. Где они ее разместят? В игровом оборудовании. Он прав. Да? Они могли сканировать Стивенсона и Ротштейна, клонировать структуру сетчатки, потом использовать подделки, чтобы украсть прототип Ореола. Мы должны попасть в казино. Но как нам найти способ, чтобы доказать это?
Корейский сканер использует голограммы, а голограммы используют лазеры, так? Да. Так может, используем очки, которыми пользовались при проверке системы безопасности Граф? Да. Но мы не знаем, где находится казино, а судя по словам Лины, туда попадают только по приглашению. Я могу позвонить Лине и Стивенсону и попросить. У нас тут работа, это может быть... Интересно. Вы хотите слиться с толпой? Думаю, нам нужно взять несколько жетонов. У меня есть мелких на $1000. Возьми на 100. Хорошие здесь цены. Коул, ты должен играть, будто у тебя денег куры не клюют. Возьми еще пару. Я слышал. Готово? Соберите людей, пусть освободят помещение. Для частной вечеринки. Все так, как мы думали. В игровых автоматах стоят лазерные сканеры. Они получили код, отсканировав мою сетчатку. Сделав ее голографический клон. Простите, друзья, но мы на сегодня закрываемся. Примите этот жетон как приглашение на первую игру завтра вечером. Кажется, нас засекли. Он заметил наш сканер. Что мне делать? Нам нужно подкрепление и поскорее. Позвонить Боуману? А получше идея есть? Лина, думаю, вам с Артуром пора уходить. И нам с тобой неплохо бы это сделать. Пойдем. Сказать нет. Кто вы? Он страстный игрок. У меня нет настроения для игр. А мы не играем, приятель. Как и ты. Что случилось? Атама пришел к тебе с новой игрушкой? Верно. И когда я ее получил, он стал мне не нужен. Как и ты. Убейте их, а тела выбросьте. Поговори с Фрэнки, малышка. Джекпот. Кажется, он вырубился. Мисс Фарм, и все вы свободны и чисты. Поймите, в этом не было ничего личного. Вы вмешались в ситуацию, к которой не были подготовлены. Она сработала прекрасно. Знаешь, Кэм, я сама справлюсь. Ничего личного, Боуман. Теоретически, конечно.